Привет всем и добро пожаловать в дачный влог. Посмотрите, сколько у нас тут, хотела сказать, снега, листьев. Это кошмар. Какой ветер у нас. Держите меня, а то сейчас и меня унесет. Тут муж будет забор ставить. Тут все измерял, все будет делать, да. И немножко закрываться будем от листьев. Посмотрите, позавчера убрала. Я убрала всю паприку, все поубирала. Помидоры последние собрала, зеленый домой унесла. И вот остались только у меня вот эти кусты. Ну, мне жалко их убирать, да, и все. Посмотрю, что здесь. Это еще ничего, я вам показываю. Это еще ничего. А когда вот уже начнется оттуда вот листья падать сюда, я вам рассказывала. Ой-ой-ой, здесь тоже. Смотрите, сколько здесь. Я говорю, не было бы ветра. Так-то они падают, пришла, убрала, как все равно приходишь каждый день, отдыхаешь, убираешься. А тут посмотрите, этот ветер, он не только как бы листья, да, вот сухие, как метет. Он еще не только листья, но всякую такую гадость тоже. И пыль, и все, что не надо. Листья-то это не проблема. Убрал и все. Ну, приступим. Сейчас немножко уберусь, но немножко. Потому что, сами посмотрите, какой ветер. Это безмысленно просто. Бессмысленно. Это здесь просто надо закрываться. Особенно, когда с дороги метет, закрываться какой-нибудь сеткой. Но муж будет это делать. От листьев, потому что с той фирмы все метет к нам. Они не каждый день не убирают и каждую неделю, потому что они вызывают там один раз в полгода, да, и они эти листья там срезают, этот забор, как у нас зеленый, убирают, в порядок приводят, и тогда только они делают. А каждую неделю, вот как мы, да, вот приходим, убираемся после себя, как бы они такого не делают. Но это понятно. Так, ну убирать бесполезно, конечно. Я смогла, там убралась. Завтра суббота. Приду сюда. Опять, я думаю, успокоится ветер. Тихо будет. Это бесполезно. Я мету, оно опять. Я мету, оно опять. Тут у меня тоже соседи поприходили. Что она там метет, бедная, оно опять. Ну как, назад идет. Это у нас, говорю, тут такая, ну, такая проблема просто. Ну ладно, буду сейчас смету немножко. Еще тут-то там кое-что сделала. И завтра, видите, перед вами тут сметала. Когда пришла сметала метелкой. А это без. Оно опять мне насыпало. Это бесполезно, я говорю, идти. Там, где тоже пособирала, я всегда вон туда в уголок и сделаю. В уголок и потом веником все. Тут тоже кое-где. Сейчас соберу. Посметала. Но посмотрите опять. Все этими граблями. Все тут подметала. Посмотрите. Больше пол ведра у нас. Это ведро 12-литровое. Это. Сейчас я их помою сразу. Что я грабли мою. Видите, вот забор будем делать. Он уже... Еще как мы переехали, смотрите, какая ерунда, он валится прям. Ну, с завтрашнего дня муж тут начнет делать. Это вот все будет делать. Хоть чуть-чуть там немножко поубрала, но это без толку. Опять, видите, какие щели, все соседям метет. От нас туда, или, например, ветер в другую сторону, оттуда. И особенно вон оттуда к нам. Видите, там вон те вон
Ну, как деревья, я вам говорила, кусты эти, зеленый забор. У нас тут вообще завал. Вот, девчата, такие вот купили трубы. Вот такие вот. Здесь я вот поснимаю. Одна труба 30 вейров стоит. Можете себе представить? Но они как бы стабильные. А есть такие зеленые, везде Tombowmark продают. Но они такие, знаете, не очень. Такие зеленые, обыкновенные, стандартные. Эти те не очень. Те они, по-моему, 16 или 15 одна стоит. Но это рихтига такое, знаете. Потом можно вот сюда вот крышку сделать и все. Зато это поставил и навечно. Я их протирала сейчас. Мыло где? Прям тряпкой и с мылом. Прям хорошенько помыла. Складывала сюда. Вот так вот. Ну, тут тоже поубиралась. Все сделала. Надо водички попить. Вся, конечно, никудышная. Холодно. Такой холод у нас. Как мне встать, чтобы было видно? Штендер не взяла с собой. Так, нет, так не смогу я, чтобы меня было видно. Привет всем, девчата. Привет, я тут вся в работе. Как всегда, ужас. Работы непочатый край. И работаешь, сейчас сделаю. Не идет так. Хотела подальше сделать. Работаешь. Все листья собрала вчера и сколько смогла, еще сегодня собрала. Потому что это просто. Ну, это нормально, конечно, но когда ветер, это вообще уже. Сейчас попью. В кроссовках своих рабочих не хочу заходить на свой домик. Сейчас покажу вам нашу файгу. Как же она по-русски называется, опять забыла. Так, соседи приехали на работу, работать. Ну и девчата про забор мне спрашивали, да? Ну, тоже. Сейчас мы ждали, когда уже все цветет, да, у соседей все цветы и всякое такое. Что-то у меня сегодня щелка не то. И это у соседей цветет все, и потом муж будет ставить забор. Забор у нас будет только сеточный. Потому что больше нам нельзя никакой больше забор ставить. Ни деревянный, никакой. Как бы нельзя. И хотим обтянуть такой вот, знаете, от листьев, зеленая такая, как сеточка. Я покажу вам наподобие, как у соседей. Но вообще это нельзя делать. Нельзя. Но у нас вообще листьев, это катастрофа. Вам просто не передать. У нас столько листьев летит со всех сторон. И только к нам. И от нас, конечно, и соседям летит. Это тоже нехорошо так. Ну и забор будем делать как соседям и нам. Потому что они не сделают, пожилые люди. Те тоже не могут. И, ну, муж сказал, ладно, я буду сам делать. Вчера, говорю, все уже купили к этому. И будем вот делать забор. Идемте, я вам покажу мою файгу. Такую вот, которая классная такая. Она такая у нас как фиолетовая, такая желтая. Смотрите, как я прибралась здесь, убралась. Сейчас вам покажу. Но мы ее уже кушаем. Она уже у нас есть. Вот такой вот. Она до того классная, вкусная. Вот такая вот. Очень-очень вкусная. Она вся, она вот везде у нас. Где пустое место, а там уже эта файга. Вот показываю, просили показать. Вот она. Ее очень много. Очень, я вам говорю. Она еще и идет. Еще и маленькие даже идут. И это она вся у нас. Вот нету пустого места. Вся усыпанная. Вот вся, я говорю. Еще и идут, вот идут бебики маленькие. Посмотрите, что делается. Вот они. Вот. Все идет. Так, убираю сразу тут. Все, пообрывала тоже все. У меня тут все вот эти, которые пустышки были, я где срезала, где убрала. И уже, по-моему, я говорила. И новенькие пошли. Так, что тут-то? Что тут о программе? Уже холодно, уже солнышко зашло. Тут все нормально, мы тоже подрезали. Уже пошли новенькие.
У нас вот эти вот, посмотрите, какая красота, листики. Эти уже все будут осыпаться. Но я вам хочу сказать, что у нас опять цветет, листья пошли от черной смородины. Не знаю почему. Уже листья пошли, это классно. Но еще не было ни разу. Дох, извиняюсь, дох. Это на той не было. А на этой было маленький желтенький, это слива. Было на ней, когда был мороз, извиняюсь. Когда был мороз, она у нас тоже попадала. Ну, тут груши у нас, конечно, шикарные. Груши у нас что-что, груши у нас хорошие такие были здесь. А я вот не знаю, в прошлом году был желтый сорт, я уже говорила, в этом году красный. Прям такие ярко-красные. Ну, про этих я уже говорила. У нас это очень такая, говорю, хорошие вот эти баклажаны. Нам в будущий год опять их посажу, да. Штуки 3-4. Ну, посмотрите, они у нас как яблоки. Они у нас и круглые. Какие хочешь, они у нас с цветом. Вот, посмотрите, может, морозом подбило. Не знаю, какой-то светлый вот уже появился. Уже даже светловатый. Уже, посмотрите, даже форму поменял. Он у меня и форму меняет. Видите, какие у меня баклажаны? Те длинные, хотя сорт один и тот же, да? А эти уже закручиваются. Даже закрутился вот. Пожалуйста. Вот он. Закрученные. Видите? И светленький. Сорт один и тот же. Посмотрите. А это темный. Посмотрите, какой. Но они мне и цветут, я говорю. И цветут, и цветут. Вот такое надо садить, чтобы голову не морочить, не переживать. Взойдут, не взойдут. Пропадет, не пропадет. Обычно мы в мае, да, вот переживаем, ходим, накрываем. Это такое, как всегда. Что еще? Ну, у меня цветет еще как хоста. Уже опять цветет. Смотрите, как я убралась. Как хорошо. Ну, правда, пустовато уже все. Вот моя хосточка цветет и цветет. Вот она, пожалуйста. На ней уже толком этих нету. Листьев. Ну, так все вроде бы. Все сделала. Все убрала. Ой. Так, не знаю, говорила я, не говорила. Тут я уже повырывала вот этот цветок, выкинула. Этот вырву сейчас. Перед тем, как домой это ехать, повырываю. И в Лидли куплю. Сейчас везде выставляют Лидли, Вальди. И даже Кауфланди, по-моему, я видела. Цветы такие уже осенние, такие зимние на них, как кто как говорит. И хочу уже туда посадить. И все, и больше теперь никаких цветов, потому что, ну, уже и холодно, пока те у меня красные не цветут. Но так вроде бы все, так делать уже тут ничего не будем, я говорю, кроме забора. Виноград вот за счет цветет, будем его постригать, буду показывать, как мы его будем обстригать. Смотрите, где у нас хлопушка. Муж придумал, он мне тут и хлопушку сделал. И душ сделал. Ну, такой, мы хотели большой такой душ, знаете, купить специальный. Я говорю, не надо нам тут душ, зачем он нужен? Все он мне тут сделал. Ну, так что, вот так вот, девчата. Виноград я уже говорила, спрашивали про этот, там дамские пальчики. Потом в доме, в домике... Все нормально, такого мы еще пока ничего не покупали. Все наше здесь. Все такое. Ой, тепло. Тут вообще тепло у нас. Мы его облаживали, уже я вам рассказывала, и в том видео рассказывала. Облаживали, тепло прям вообще. Говорю, можно, говорю, заходить и жить прям на даче. Очень тепло и хорошо. Что еще? Дровами вот... муж привез. Так, немножко зарядилась, извиняюсь. Дошла сюда, и батарейка прям села у меня. Не посмотрела. Ну, дошла до сюда. Вот еще дрова привезли. Мы как докупаем немножко, потом рубим и вот так вот складываем. Такая вот прелесть у нас здесь. Немножко так открыли от дождя. Сейчас я тоже открою, вот этим наверх положу. И все. Потом уже, говорю, начнет
Муж вот это вот строить, потому что некогда, не поверите, нету даже времени. С этими работами, на работе тоже работа, но работа хватает, сами знаете, кто работает, люди, рабочий класс, да, не знает, потому что дома надо, на работе надо делать, дома надо делать, что-то успеть сделать, и, конечно, на даче, любимой даче. Но мне здесь работы хватает. Я сюда прихожу, все забываю сразу. Работы, очень люблю здесь работать. Ну, извиняюсь за такое большое, небольшое, маленькое такое видео. Просто хотела показать вам. Просили про эту файгу, какая она у вас цветом. Помидоры я вырвала. И как я доубиралась. И вот эти листики поубирала. Вот такое вот все. Такое небольшое просто влог. А так я тут почти каждый день нахожусь. Просто, знаете, каждый день одно и то же. И, в принципе, нечего снимать, знаете. Ни помидор такого сейчас ничего, в принципе, нету, все повырывали, и снимать-то нечего. Вот сейчас с забором начнем, и буду вам потом снимать вот это вот все. Ну все, девчата, буду с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотры, за такие хорошие, добрые комментарии вам. Тоже хочу вас тоже поблагодарить и всего самого-самого-самого хорошего вам пожелать. Всем пока, до новых встреч!